Этот день для хвостиков приюта и волонтера стал настоящим большим праздником. Пост радости, благодарности и волонтерских слез счастья от хозяйки домашнего мини-приюта собаки Семашка. 22 числа, в день Святого Николая Чудотворца, нашему приюту передали огромное количество подарков от наших друзей Алены и ее друзей и подписчиков. К слову, это уже далеко не первый раз. Последняя такая вот посылочка или завоз, даже не знаю, как правильно сказать, был в феврале месяце этого года. Чем очень сильно порадовал всех хвостов, обеспечив их только одной провизией на ближайшие пару недель. Уже утром мы приняли доставку 700 кг экструдированного корма и более полутонны курятины. И волонтер до сих пор находится в приятных хлопотах, так как где все это покомпактней разместить. Ну, конечно, такие хлопоты, с такими мы разбирались бы каждый день. Также нам помогли в решении некоторых бытовых вопросов. Привезли и уже успели заменить сломанный бойлер, который лопнул 3 недели назад, оставив нас без горячей воды, хозяйку с огромными трудностями при уборке помещений и вольеров, соответственно. Для красоты и блеска в приюте передали чистящие и моющие средства, различную бытовую химию. И теперь справляться с ликвидацией последствий от порой очень грязных лапок нам будет куда сподручнее, намного быстрее и проще. Дополнительно к этому в преддверии летнего сезона нам помогли пополнить запасы такой необходимой нам крупной тары в виде огромного количества тазиков, ведер и других емкостей. За последние полгода, благодаря заботливым лапкам и зубкам, практически все в нашей крупной пластмассовой посуде было благополучно покусано, сломано и стало почти непригодным к использованию. Так что все это более чем вовремя, все очень облегчит мамину ежедневную работу по разносу воды и кормов нашим собачкам. Но самое главное, позволит оставлять большие объемы питьевой воды для всех хвостиков в постоянном свободном доступе. Ну а чтобы нынешнее лето для обитателей нашего приюта стало еще комфортнее, а жара не так им досаждала, нам передали теневки для ограждения вольера от солнечных лучей и установкой которых займется женщина в самое ближайшее время и обещает сразу же похвастаться результатом. Друзья, мы очень-очень вам благодарны за эту своевременную, полезную, вкусную помощь, за то, что дарите нашему приюту такие моменты счастья, за то, что позволяете им чувствовать себя в безопасности, сытости, здоровье и комфорте, за то, что помогаете пережить самые сложные периоды нашей жизни. Спасибо!